Для медицинского препарата, разработанного в центре имени Чумакова, в прошлом году предложили название, совпадающее с именем персонажа фильма конца 90-х. Правильный ответ – чувак. Это медицинский препарат, вакцина от коронавируса. Чувак – сокращение от чумаковской вакцины. А также прозвище заглавного персонажа фильма «Большой Лебовски». Отгадать препарат от коронавируса командам не удалось. История, киноиндустрии, поэзия, реклама, живопись. На синхронном турнире «Что, где, когда» шуточные и серьезные вопросы звучали из разных сфер. Игры проводились в разных уголках страны. Результаты участников отразились на турнирной таблице. Специфика этого турнира, что один из редакторов этого турнира будет эти вопросы разбирать на примере команды, которая этот турнир, по-моему, показала один из лучших результатов. Это команда «Тачанка» из Ростова-на-Дону. Они играли его онлайн, записывали видео, как они играли. То есть видео предоставит этому редактору Павлу Ершову, и тот во всеобщее обозрение выложит свою разборку их игры. Сергей Кимяев вместе со своей командой начал играть полтора года назад. По словам молодого человека, процесс очень затягивает тем, что с каждой встречей ты набираешь все больше опыта и знаний в абсолютно разных направлениях. Важную роль играет командная работа. Какой-то сферы определенной мы не выделяем, то есть все вопросы как-то… в основном это коллективное мышление, то есть мы накидываем идеи и, исходя из этого, приходим к единому решению. Крайне интересные вопросы, нелегкие вопросы, очень сложные. В этот раз команде Сергея победить не удалось. Большой перерыв в играх дал о себе знать. Здесь как в спорте. Необходимы регулярные тренировки. Попробовать свои силы в интеллектуальной игре могут все желающие. Информацию о предстоящих встречах можно узнать в группе ВКонтакте «Что, где, когда» в Сарове. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.